Руководством управления МВД России по Тверской области проводится служебная проверка. Виновные сотрудники будут уволены со службы из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также будут сделаны соответствующие выводы по организации работы с личным составом управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Подразделением собственной безопасности регионального МВД во взаимодействии с коллегами из управления ФСБ по Тверской области, сотрудниками Следственного управления Следственного комитета по Тверской области ведется постоянная работа по выявлению фактов коррупции среди сотрудников органов внутренних дел. Все коррупционные проявления будут пресекаться самым жестким образом. Виновные лица будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законом.